Поняв, что купленный в кредит ноутбук неисправен, Ирина Слободенюк забила тревогу. Также девушка не нашла в коробке чека. Теперь из-за того, что клавиатура на ноутбуке заедает и некоторые программы плохо работают, девушка хочет его обменять на другой. Я вначале обратилась к ним, они мне отказали, сказали, кто продавал, тому обращайтесь. Я требовала всех вызвать, получается, и директора, ну кто тут, все в отпусках, никого нету. И после того, как мне отказали, я поехала в третий микрорайон, в Госпотребность по праву потребителя. Мне составили претензию, я приехала с этой претензией, он отказывается меня ее принимать. После небольшой ссоры продавца и потребителя в магазин зашла наша съемочная группа. Сперва, не делая поспешных выводов, мы предложили включить ноутбук и посмотреть, что с ним не так. Продавец Василий сразу высказал свои предположения. Да, у него батарея села вкусная. Не может быть, что батарея у него села. Давайте посмотрим. В дальнейшем к дискуссии подключились еще два продавца. Теперь я хочу просто его вам отдать и дать мне взамен. Пусть он будет дороже, неизвестно насколько, но чтобы он был качественный и рабочий. Без проблем, мы отправим экспертизу, а вам подменный фонд выдадим. Вот и все. Только это будет не сегодня, потому что мы его сегодня вам закажем, и он с ближайшей добавкой вам придет. Когда это? Это будет через 3 дня. Тут сразу возникает вопрос, на что вообще имеет право потребитель? Компетентные лица на это отвечают так. Потребитель имеет право требовать ремонта данного товара, безвозмездного устранения недостатка в данном товаре, может попросить продавца обменять товар на аналогичный товар, либо товар другой марки с соответствующим перерасчетом ценным. Также потребитель может отказаться от договора купли-продажи и потребовать возврата денежных средств. Для каждого из требований установлен свой срок исполнения. Например, если потребитель требует ремонта товара, то срок составляет 45 дней. Если покупатель хочет обменять товар на другой, это необходимо сделать в течение 21 дня. Срок возврата денежных средств – 10 дней. Также на предъявленную претензию руководство магазина должно ответить в течение 21 дня. Если же вы не получили никакого ответа, смело обращайтесь в суд. А как поступит в этой ситуации Ирина Слободенюк, покажет время. Но также стоит отметить, что подобные ситуации случались и в прошлом году. Так, в консультационный пункт по защите прав потребителей поступило 166 заявлений. По ним было составлено 69 претензий и 34 исковых заявления. Дмитрий Симоненко, Сергей Макарчан, новости Губкинского.